Выбитые стекла, оторванные номера, разбитые фары и снесенная ограда. На оживленном перекрестке у центрального рынка последствия серьезной аварии. В соцсетях сначала разошлось видео горящих автомобилей, но оказалось, что предполагаемым виновником аварии стал пассажирский автобус, следовавший по маршруту 71М. Примерно в 11:30 он на приличной скорости зацепил автомобили на перекрестке, снес ограждение на остановке и врезался в стоящий там волгобаз. Не справился ли водитель с управлением или в автобусе 2011 года выпуска отказали тормоза, еще предстоит выяснить. Помимо общественного транспорта в аварии пострадали 5 автомобилей. Ну, я сидел в машине и сзади почувствовал удар. Вот. Меня протащило чуть вперед, и я ударил, соответственно, машину, которая впереди ехала, это Kia, там Kia стояла. Ну, все, мы все остановились, вылезли, я посмотрел, сзади горит УАЗик. Ну, начали там скорую вызывать, сейчас смотреть. Автобус в этот момент, он нас всех ударил и проехал туда тоже, там снес народу. Ну, это все секунда, там, как сказать, много воспоминаний об этом нет. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, вышел, думаешь, ни хрена, что случилось, вот так вот. Как-то так. Нормально. В результате столкновения загорелись УАЗ и Лада Ларгус. По предварительным данным, в одной из машин взорвался газовый баллон. На место оперативно прибыли пожарные. По приезду были поданы средства тушения. Админборцы оперативно ликвидировали возгорание, оказывали помощь пострадавшим и скорую медицинскую помощь. На месте работали 8 бригад медиков. Большинство пострадавших получили ранения легкой и средней степени тяжести. Среди них 2 детей. Значит, из пострадавших 10 человек, 6 человек госпитализированы, 4 человека отказались от госпитализации по предварительным данным. Значит, 2 из них тяжелые, доставлены в областную больницу. Дети, 2 детей средней степени тяжести, стабильные, тоже доставлены. Один в 4-ю городскую больницу, другой на Хуторскую в травмпункт. Пока экстренные службы ликвидировали последствия ДТП, движение на этом участке было затруднено. Транспортные потоки перенаправляли 4 экипажа ДПС. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Действия его участников будет дана правовая оценка. В региональном следственном комитете сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все материалы, которые необходимо предоставить следственные органы Минтранспортской области и перевозчик, будут предоставлены своевременно. Результаты более детальной проверки причин установит следствие. Резонансную аварию обсудили и на заседании правительства региона. Маршрут брутоконтракт? Нет. Нет, это не брутоконтракт. То есть это старый маршрут, не входящий в новую модель. Старый автобус. И старый автобус, не входящий в новую модель. Но мне Андрей Викторович Белостоцкий докладывает, что медики сейчас работают с пострадавшими. Надеемся, что будут скоро выписаны и скорейшего выздоровления. Роман Владимирович, это в очередной раз подтверждает то, что наша транспортная реформа правильная, и нам необходимо провести и дальше обновление подвижного состава. Екатерина Илюхина, Алексей Еременко, Максим Леонов. События дня.